Центр оккупированного Донецка под обстрелом. Повреждена гостиница и спорткомплекс. Центр оккупированного Донецка сегодня, 9 декабря, попал под вражеский обстрел. В результате ударов повреждена гостиница и спорткомплекс. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на местные телеграм-каналы. Местные жители слышали звуки взрывов после 13 часов 30 минут. Они прозвучали в центре оккупированного города. После этого в центральных районах появился дым. Известно, что вражеские снаряды повредили гостиницу. Дружба. На опубликованных кадрах заметно, что здание подверглось разрушениям внутри и снаружи. Также в результате обстрелов поврежден спортивный комплекс «Локомотив», расположенный неподалеку от Донбасс-арены, и один из корпусов торгового университета. Кроме того, еще один прилет зафиксировали на территории парка в центре Донецка. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Напомним, 6 декабря российские войска обстреляли оккупированный Донецк, обвинив Украину. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности справди опубликовал доказательства, свидетельствующие что именно оккупанты причастны к обстрелу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.